Сегодня свой 80-летний юбилей отмечает экс-руководитель республики Мухо Гимбатович Алиев. Первый президент Дагестана родился в 1940 году в селении Тануси Хунзакского района. Мухо Алиев прошел путь от школьного учителя до главы Дагестана. Долгие годы работал на руководящих должностях в комсомольских и партийных органах. С 2006 по 2010 годы занимал пост президента Дагестана в один из самых сложных и переломных периодов в истории республики. Мухо Алиев награжден многими правительственными наградами, в числе которых орден «За заслуги перед Отечеством» 3 и 4 степени, Трудового Красного Знамени и Знак Почета. Поздравления со знаменательной датой приходят юбиляру отовсюду, от имени республиканских властей, премьер-министра республики Артема Сдунова, а также мэра Махачкалы Салмана Дадаева.